Всем привет, друзья и гости канала. Вечер пятницы, а мы отправляемся на прогулку в Леруа Мерлен. Проезжаем микрорайон Елецкий. Наши огонечки светятся вдалеке, вон он, Леруа. Въезжаем на территорию. Что-то тут обновляют вывески, смотрите, на ткани буквы. И тут тоже натянули ткань. Меняют оформление, видимо. Конечно же, нас встречают новогодние украшения. Деревца просто загляденье и надувная елка. Все в елках. Смотрите, ветки. Целая гора веток. А это ель за 13 990, видимо, в разборе. А вот за 34 990 вот такая громадина. Конечно же, нас встречают пуансетти. Рождественские звездочки по 335 рублей. Поменьше есть и хлорофитумы по 200 рублей. Сразу в красивых, удобных кашпо для подвешивания. Конечно же, есть и хвойники. Ель Глаука 978, 732 сосна, 3147 композиция. Дальше кипарисовики по 407. И в блесточках 558, и в белой обсыпке, но полный новогодний антураж. Также сувениры. Как же без них? Меня совершенно очаровывают фонарики с блестками. От 2,298. Недешевые, конечно, фонарики. Камин 1,278. Часы, Дед Морозики и много всего прочего. А тут целая роща из елочек. Очень мне нравятся белые такие, миниатюрные, блестящие, такие и наряжать не нужно. Новогодняя красота. Здесь маленькие елочки, интересные, целиком сделаны из блесточек. Красота какая! Так, вижу издалека стеллаж с орхидеями. И даже не один, все с вами рассмотрим. Привезли, конечно, много красоты. Привоз был ко дню матери, и потом еще подвезли. Собственно, поэтому я и отправилась. Здесь цена 577. Вот такие сорта, очень нравятся, неоднозначные, с переходами, переливами, тоже 577, насыщенного цвета цветочек и нижние лепестки в краб. Вот такой сорт часто попадается в привозах. К сожалению, не помню название. Очень яркое. И вот это может быть подова. Я могу предполагать сорта. Если вы знаете точный ответ, поправляйте. Сейчас столько гибридов. Вот посмотрите, какая красота. Очень нарядная. Корни, ну, на четверку точно. Зеленые есть и хорошие. Вот еще розовая красотка. А здесь ценники 1283. Название, к сожалению, не указывают. У нас почему-то постоянно привозят орхидейки без пропечатанных
на горшках названий. 1632 здесь идут уже орхидейки. Но тут, конечно, корневая на пятерку. За такую цену дам. И сама орхидея, вы посмотрите, какая красота. Цветок просто огромный, свежий, крупный. Вот эти под общим названием Solid Gold идут. Вот это похоже на мою пасадену. Ох, и цветунья, и неприхотливая совсем. Вот тоже интересный такой край. На розовом фиолетовая заливка. Интересный окрас. Хочется показать вам красоток и сверху, но сейчас до чего дотянусь, вам покажу. Очень крупный цветочек и яркое, и нежное в то же время. Крупное растение. Тут еще орхидейки, но мы с вами такие сорта уже все видели. Тут тоже по 577. Цены разные, сорта разные. Но это, конечно же, не все. Мы с вами еще прогуляемся на дальний стеллаж. Поэтому только разминаемся. Вы посмотрите, какая прелесть. Бархатисто-вишневая. Корни есть, зеленые, вполне себе хорошие. Цена тут 684 на этой полочке. А вот смотрите, какая яркая желтая с малиновым центром. Вот тоже периодически бывает в завозах. Очень нравятся желтые солнечные орхидейки. Посмотрим с вами и на декоративно-лиственные. Вот это какая-то новинка с декоративными ягодками. Гаультерия 457. Интересное растение, я такое вижу впервые. Дальше 477 растения в миксе, и они оформлены в такие горшочки с Дед Морозиками. Смотрите, какая пепирошка серебристая, блестящая, она сама по себе будто новогодняя. И никаких украшений не надо. Хлорофитум есть, есть суккулентики, тоже пепиромии. Здесь целые новогодние композиции с Дед Морозом 3147. Кипарисы по 407. Все блестят и переливаются. Здесь все так здорово оформлено. Арочка новогодняя. Сразу появляется ощущение праздника. Здорово, что мы сегодня выбрались на прогулку. 8378. Вот такие бонсай-фикусы. Красавчики. А этот почти 15 тысяч. Крупный антуриум 4222. Очень крупное покрывало. Здесь небольшие комнатные растения. Это фитонии красавицы. 244. 748 мухоловки. По 348 сингониумы розовые. Так, где же мухоловки? Куда они спрятались? Предположу, что вот это они. А также есть вот такие растения. И это тоже хищники. Возможно, росянки. Все под одним названием. 318 папоротники, 244 хамидореи, женское счастье 653 и 338. Это спатифилум. Крупные цветки гипиаструмов.
поражают своим размером. При небольшом объеме зелени такие цветки. Тут же можно приобрести различные удобрения для любого растения. 758, орхидеи от 968 и выше. Здесь дендробиумы можно встретить, мельтонии, камбрии, разные в ассортименте. Потрясающие цветочки. Хочется посмотреть на личико этого цветочка. Смотрите, какая красота. Снова орхидейки Phalaenopsis. Это Magikarp 347. Видимо, вот за эти новогодние шарики. Да, это Magikarp, и без шариков я здесь его покупала по 484 в прошлом году. Это жемчужина императора, красавица, 577. Цены, конечно, разные, разные орхидейки, видимо, разные привозы или разные поставщики, и очень разнятся. Вот такая у меня цветет у мамы без конца. Замечательные сорта. Антуриумы красные, 687 и до 1166. Интересный цвет покрывальца, очень хочется, чтобы камера передала. Смотрите, какие интересные. И вот такой огромный оранжевый. Небольшие кустики плюща Хидера по 244, по 138 суккуленты. Здесь разные хиверии, красулы. Вот тут снова хищники. Вот начали к празднику опять красить бедные хиверии. Бедняжки. Ой, какой дорогой цион. 2920. Что за удобрение такое дорогое? Я не пробовала. Друзья, если пользовались, поделитесь опытом. Рипсалис крупный, 711, 267 суккуленты и выше. А сверху просится в кадр вот такая традисканция по 743 рубля. И это целые шапки, шапки зелени. Какие же они благодарные, стоит только посадить. Здесь хищники, мухоловки по 748. Цветочки зацепились друг за друга. Опа, освободили. Это кувшинчики, ловушки. Бамбук 338. Фикус лирата 1143. По соседству 1446 филодендрон биркин. И сверху очень много хлорофитумов. По 200 рублей. Фикусы Тинеки и Беллис. Беллис 920, Тинеки 687 и 863. Шифлера варигатная красавица. Листочки, лапки 614, 582, растения микс. И тут встречаются маранты, диффенбахи. И вот такой филодендрон, напоминает Black Cardinal. Палисциас 1748. Сверху просится в кадр огромный эпипремнум золотистый. Вот вроде бы привычное растение, но какое оно тут шикарное. Листья яркие, крупные. Ну и ценник, конечно, 1664. Прекрасное растение, если дать ему правильный уход, и крупный, и красивый.
сумочки для упаковки зеленых питомцев, например, на подарок. А здесь все заняли новогодние украшения. В прошлый раз эта половина была пустая, а теперь все в шариках. Удобрение. Огромный фикус лирата. Горшочков здесь, видимо-невидимо, как всегда. Выбирай на любой вкус. Две 448 на Лина красотка, Хамидаре 1527. Смотрите, какая хорошенькая, толстый стволик и кудрявая головушка. Хамидарей пышные 548, 687 драцены варигатные, фикусы 522 и каудексные от 1398. Замысловатые корневища очень декоративно смотрятся. Сансивьерии. Зеленая зайланика и вот эти тоненькие микадо. Зайланика 710 по 774 микадо. Будто хвостики ящериц. Даже непонятно, сколько в горшке розеток. Сверху, конечно же, что-то интересное нас поджидает. И это мюлленбеке 200. Для меня лично растение незнакомое. Может быть, уличное. Красавец сингониум. Хлорофитум просто шикарный. 664. Смотрите, какой умничка. Стрелка с деткой и собирается цвести. Вот уж неприхотливый. От 664 крупные кактусы. Даже целые кактусные семейки. Кактусы с сухоцветами и крашены от 290. Даже двухцветные окрасы. Конечно же, это не настоящий. Кактусы с прививками. О, смотрите, какой огонечек привлекает внимание. Ярко-ярко-оранжевая прививка. Красиво смотрится. Маленькие кактусы от 128 рублей. Малыши с глазками, а вот у этих оранжевых ребят, смотрите, подкрасили макушечки. Ну вот опять краска. Их хмель 1632, 1073 соседка Гузмани. Цветы у их хмеи, конечно, завораживают. Огромные, розовые. А это цветочки Гузмани. Шефлера 920, Калатея 874. А вот мой любимый цвет филодендронов. Очень яркий, позитивный. 942. Прелестная зелень. Очень выделяется. А вот вы посмотрите, какие орхидеи я с той стороны не разглядела, потому что они в эту сторону смотрят. Возможно, Пандора, ну а это Биглип Пуаро. Каких красавцев отвернули в другую сторону. Надо было обойти всю витрину. Карделина с розовой каймой, красавица, 942. 1283 ктенанта. Вот такая агланема, 932. 571 нефролепис папоротник. Агланемки Крит, предположу, 1283, 1632, тоже агланемы, но среди вот таких розовых привычных я нашла необычный окрас. Смотрите, какая она такая здесь одна. Ну и прямо-таки недешево 1632, надо подумать.
Делансии Анита 758-583. Орхидейки. Это мини. Очень похоже на мини-жемчужину императора. А кто его знает? Может быть и она. Выращиваются эти орхидейки специально в таком размере, стимулируют их к цветению. И может быть вполне обычный сорт. Например, этот похож на Violet Queen. Такое специфическое расположение лепестков, будто кокетливо приподнятые вверх, вздернуты кончики лепестков боковых. Но Violet Queen должна быть крупнее. Вот это очень насыщенный цвет, такой приятный. Есть и вот такие нежнейшие окрасы. Есть и беленькая одна. Немножко увяла. Кофе 548-687. Бегонии. Еще немножко антуриумов. Гузманий припрятали. Диффенбахи рядом с бегошками. Диффенбахи 232, совсем недорого для такого кустика. Хлорофитум кучерявый 395. Вот, видите, листочек закручивается, и он не прямой. Плант микс 290. Очень интересно, компактно выращена традисканция. И как только умудряются такой мимимишной ее выращивать. 244. Здесь можно увидеть красолы, хамидореи, каланхоем. И с цветочками, и с бутончиками. А тут спрятался кротон нерви. Вы смотрите, какая игрушка. Пищит, привлекает внимание, кряхтит, ползет. И куда же он, интересно, ползет? 1316. Вот так. Добирается до верха. И затем обратно. Ой, ну придумают же. Еще один стеллаж с орхидейками. Вот тут очень интересные сорта. Друзья, готовьтесь. Или одевайтесь сразу в путь за такими красотками. Это Фронтера. Вот эту красоту никак вам не поверну. Очень яркий окрас. Кажется, Caribbean Dream, карибская мечта. Друзья, если где-то ошибаюсь, вы поправляйте, потому что много очень похожих сортов. Затрудняюсь сказать, что это за красота, но привлекла внимание невероятно. На желтом фоне вишневые крапинки. Но вы посмотрите, какая прелесть. Крутится в голове сорт, не вспомню никак. А вот что за прелесть. Возможно, фаленопсис Тамара, ну очень яркая, будто крашеная. Нет, это такой сорт. Вот сказала бы вам название. Но не привозят к нам почему-то горшки с пробитыми сортами. Один раз, наверное, видела, а так постоянно не подписано. Вот сорт очень красивый. Это Вероника. Красавица. Очень яркий окрас. Вы посмотрите, что я нашла. Мой любимый белый биглип. Charming Crystal Water. Если бы у меня его не было, я бы сейчас точно его схватила. Я вам совсем недавно хвалилась его первыми домашними цветочками. А корневая какая? В общем, не растение, а прелесть. Кому нужно, забегайте.
И снова Вероника. Мы с вами поближе ее рассмотрим. Вот, сама нежность. Почти белая, но не белая. Такая кокетливая крапушка. А здесь, точно вам скажу, Бернадетта, потому что у меня есть такой сорт. Вот эта красота, возможно, какая-то мутация, но очень красивая. Почти весь лепесток залит, лишь белая каемочка. И снова вот этот оранжевый. Нет, мне кажется, это другой сорт. Он немножко алый. А там был рыжий-рыжий. Все же, мне кажется, это другой. А вот красота какая. Такие позитивные лепестки в растопырку. И светлая-светлая сердцевина. Корней, корней, но что-то есть. При должном уходе все они, конечно, обрастут корнями. А вот какой биглип. Надо нам пробраться, посмотреть на эту красоту поближе. Вот еще одна Бернадетта. И неприхотливая. За год у меня разрослась. Да, где-то в это время, год назад, я приобрела данный сорт. Вот, смотрите, тоже биглип какой интересный. Розовый, но совершенно другой. Там были полоски, а здесь пятнышки и крапинки, как бы разбрызгиваясь от колонки. Снова этот рыжий, просто невероятно яркий. И что я тут нахожу? Так, так, надо срочно рассмотреть поближе. Что это такое? Что это за невероятная красота? Невероятная форма лепестков. Ну, конечно, мне никто не подскажет. Никаких намеков на горшке. Но и корней здесь тоже немного. Что это? Друзья, подсказывайте. Что-то невероятно красивое. У меня из ниоткуда появляется орхидея. Это мне супруг помогает держать то, что мешается. Цены 577 здесь на все орхидейки. Вы посмотрите, что я нашла. И снова сокровище. Сейчас. Это биглип. Желтый биглип. Друзья, он ярче, чем показывает камера. Но не такой яркий, как Феррара. По-моему, сорт называется Лимончелло, если не ошибаюсь. И это, конечно, редкость. Вот и это похоже на Пандору, но вроде бы не такой окрас. А может, как раз она. Мы с вами видели чуть раньше похожую. Вот это что за прелесть? Это что, радуга? Где-то я такое видела уже. Интересный какой окрас, вы посмотрите, я люблю такие с переходами, переливами от розового к желтому, к салатовому, наподобие спаркс. А вот это что? А вот это нежнейший, позитивный, оранжевый. Что за красота сегодня? По-моему, Мария Тереза. Красный фаленопсис и заядлая цветунья. Какой интересный сегодня привоз. И снова нежность, но расположение крапинок другое. Пират Пикати. Замечательный сорт. У меня только летом цвел и снова гонит цветонос, снова будет цвести. Но Вероника же
А вот этот биглип просто нечто. Сорт Манхэттен. Так, сейчас все рассмотрим. Так, здесь были. Вот что еще хочу вам показать. Такой биглип только один. Очень темные лепестки и розово-малиновая губа. Смотрите, какой интересный. Он такой один. Большой розовый шикарный цветок. Тоже биглип. Вот это. Желто-персиковый. Тоже биглип. А вот, остановимся на нем поподробнее. Красота. Таких несколько. Снова рыжульки. Но глаз не оторвать. Ну нет, это не серф-сонг. Яркие жилки. И еще витрина. Здесь, конечно, все яркое, нарядное, так как около кассы 162 кактусики крашеные. Кактусики крупные 417. 476 снова всех цветов радуги раскрашенные кактусы. 582. Набор. Новогодний каланхоя и вазочки с шампанским. 1365. 617 каланхоя. Просто с фигурками. Микс суккулентов и эхиверии, красулы, портулакария. Вот это что-то интересное, похоже на зернышки граната. Возможно, какой-то седум. По 417. Кактусы в шапочках 267. 664 в праздничных кашпо. 138 в простых горшочках. 267 и 230. Кому не важно оформление, а просто зеленый питомец. Хавортии по 417 все залили блестками, просто переливаются. Кактусы 290. 664. Вот такие красавцы кротоны. Огромные, яркие. Ничем не хуже оформленных новогодних подарков. 622 замиакулькас, 676 алаказия поли, женское счастье, он же спатифилум, 338, 522 фикусы варигатные, вот эта красавица бромелия 855, 582 диффенбахи, патифилумы 653, 920 шифлеры, крупные кустики. Еще один стеллаж с цветущими растениями. Сверху пеларгонии, а это красавцы цикламены. Пеларгонии по 407, цикламены по 368. Ромашки – это герберы, 398. Глоксинии ниже с фиолетовыми яркими чернильными цветочками, 407. И снизу бегонии, 388. Большие такие букеты. Также есть уценка, кротон, 243. И совсем недорого для такого куста. Филодендрон. 700 рублей. Тоже большой куст. А зная живучесть этого растения, можно смело брать. Кротон. 2200. Вот вам и уценка. Большой, конечно. Вообще цены надо смотреть на каждом растении индивидуально. Все подписаны. Например, вот цикламен без цветочков. 250 рублей. Ну, вот такой куст с розочкой. Цвет виден, в принципе, можно брать для домашнего личного выращивания.
200 рублей. Большой хороший кустик. Суккуленты. Различные кактусики, красулы. Вот это что? 200 рублей. Большая диффенбахия 300 рублей. 650 филодендрон. Вот это растение живучее. Здесь можно черенков набрать на целый новый куст. Такие растения можно смело брать из уценки. Фикус. Худенький очень фикус. 400 рублей. Декабрист. Без цветочков. 200. Сверху орхидейки. Уценка по 1000 рублей. Но, друзья, там же свежие стоят по 577. Ждут нас. Пальмочки. За 300 рублей можно взять. Антуриумы. Большие красавцы. По 1000. Мне нужно сегодня вот сюда. Аксессуары. Для цветочков. Жаль, близко не подойти. Понаставили всего. Но сейчас мы с вами приблизимся. Насколько возможно, покажу вам цены и наличие. Много различных хомутиков для подвязывания, леска. Мне вот, например, такие прищепочки сегодня нужны. У меня орхидеи разошлись не на шутку, и прищепнуть нечем оказалось. Также есть различные увлажнители в виде декоративных фигурок, искусственные растения, термометры, ну, например, для оформления балкона, потому что пластиковые растения будут радовать круглый год. У меня на балконе как раз есть пластиковые растения. Кормушечки для изготовления собственными руками. Также можно проявить творчество, раскрасить с детьми. Различные стоечки. Ну вот, пытаюсь уйти, а на выходе встречают крупномеры. В районе 15 тысяч крупные растения. И вот такие драцены огромные. Это кокос, фикус, красавец с плетеным стволиком. Цены все видите. Если что-то не разглядите, ставьте на паузу. Если что-то очень-очень важно, я могу и посмотреть, потому что у меня все сохраняются на видеоматериалы. Только сообщите время и название растения. Я вам подскажу ценник. Растений много. Вот такие красавицы. Диффенбахии. 582. Сорта разные. Вот это, например, в крапинку. И красавцы замиокулькусы, большие растения. Как же они мне нравятся. Украшение любого помещения. Хоть офисного, хоть дома. 1865. Глянцевые листочки. Филодендрон. Green Princess. 1737. А уценки существенно дешевле. По-моему, 700 рублей. Народу сегодня много. Вот выходные гуляют все. А я счастливая с покупками отправляюсь домой. Благодарю вас за внимание, за вашу дружбу и лайки. Желаю вам всего-всего самого хорошего, успехов, удачи во всем и пока-пока!